Вековой юбилей отмечает Новгородская центральная районная больница. С нее фактически и началась медицина в Советском Новгороде. Поздравления на торжестве в филармонии принимали сегодня нынешние доктора и ветераны лечебного дела. В этом приметном и всем знакомом красном здании на улице Яковлева начиналась история городской медицины. В далеком и грозном 18 году прошлого века здесь обосновалась центральная новгородская клиника, к слову, потеснив совет революционных депутатов и таким образом расставив приоритеты. А сразу после войны в разрушенном городе больница стала одним из первых стратегически важных объектов наряду с баней, школой и обкомом партии. Впрочем, за целый век учреждению пришлось сменить несколько адресов, но сохранить верность профессии и чуткость к нуждам пациентов. В наше время, когда мы начинали, у нас не было этой аппаратуры. Мы просто лечили наши руки, глаза и уши. И все. И, конечно, она мне собирали с точностью до последней минуты. Мария Ивановна Зинченко, конечно, не ровесница клиники, но, можно сказать, ее младшая сестра. Медицинский стаж врача-гинеколога почти 65 лет. Меняются инструменты, технологии и даже рецепты, но возможность сообщить женщине самую долгожданную новость для нее по-прежнему бесценна. Эмоции совершенно одинаковые, которые, если, допустим, бесплодие было 2-3 года, и когда скажут, что у вас будет ребенок, это радость со слезами на глазах. Все прыгают, обнимают, целуют. В больнице работают около 2000 человек, из них более 500 – высококвалифицированные врачи. Более того, больница является кузницей кадров будущих докторов. Всем им сегодня говорили много теплых слов, искренне благодарили за труд и милосердие. Я благодарю вас всех за работу, желаю вам и вашим семьям, вашим близким, вашим знакомым, друзьям, родственникам здоровья, счастья и благополучия. Но главная награда этих людей – спасенные жизни и здоровые пациенты, которые, несмотря на льющуюся и порой обоснованную критику текущих крыш и неотремонтированных туалетов, все же без колебаний доверяют профессионализму и знаниям новгородских последователей Гиппократа.